театр тоже такой большой друг. То есть все равно это даже свой некий там запах. Вот. То есть это все равно такой свой мир. Впервые по этим лестницам я прошел 30 лет назад, в 81-м году. Вот уже в этом году почти юбилей. Летом будет 30 лет. Выбор двери, но нам сюда. После окончания школы, так как мы занимались в театре «Кукол Абориген», Валерий Алексеевич Береснев, который руководил, он являлся еще завпостом театра «Кинозрителя», он летом нас пригласил с моим другом Игорем Шубиным попробовать перед армией поработать в театре. Это была такая, ну, определенная атмосфера, когда практически там целый день шли репетиции, ночами там красились лампочки, что-то монтировались, начиная с того, что вплоть там главный режиссер, там директор театра, все дружно там красили лампы, то есть и мы как бы были в таком большом каком-то процессе. Ну что ж, заходим в гости. Так как мы практически здесь жили, то есть сами создавали себе этот, скажем, комфорт. То есть так как у нас люди были все творческие, художники, вот все было в различных росписях, вот с тех времен все это еще осталось. Так как я был руководителем электроцеха, то здесь был рабочий стол, там мой сейф, где хранились партитуры, там различные документы. Ну, это как пультовая здесь пушки световые. Здесь мы запечатлели один из своих там таких анекдотов. Там. Это очень такой старый, там хорошо-то как Стеша. Да не Стеша, а все равно хорошо. Вот еще, скажем, такие настенные надписи. Очень интересно, когда вечера проходили. Андрей рулил. Если кто не знает, РТМ такой регулятор был на 90 рублей. И он делал концерт. Я скажу, не хуже нисколько, чем сейчас. И руками, и ногами 90 рублей. Это было, естественно, 80-е годы, то есть это были еще такие пульты, регуляторы РТМ, они вообще находились там под сценой. Но с точки зрения каких-то уже там оборудований, в принципе, театр был оснащен. Ну, и, во-первых, много чего, ну, как бы изобреталось, придумывалось, делали всякие там пиротехнические эффекты, скажем, там молнию, создавали там систему всяких бенгальских огней, там, каратили, то есть, ну, то есть, в принципе, такие разноплановые, что-то там клеили, придумывали, там, начинали использовать там всякие глобусы, которые опять же обклеивали там зеркалами, брали от военной техники какие-то там всевозможные двигателя, редукторы, все это как-то приспособили. Ну, такой вот кружок умелые руки, очумелые руки, то есть, вот мы уже в те далекие времена это, в общем-то, все делали. Такие использовались различные диски, как вот, это вот такой диск с облаками, на них опять же клеились различные фильтры, и такая получалась светомузыка, то есть ставились это на диск, все это вращалось, то есть вот из различных таких вот различных подручных средств все создавалось, вот до сих пор все это хранится. Такие пульты тогда сами тоже изобретали. Андрей в театр пришел в 81-м году. Я сюда пришел в 83-м году работать. И сразу вот, ну, как вот приходишь в коллектив новый, да, и постепенно начинаешь узнавать людей, обращать на них внимание. Вот, вот Андрей и компания, значит, вот осветители, которые на тот период работали, они вот, очень ярко выделялись на общем фоне.
это люди, у которых, скажем, постоянно такое ощущение было, был вставлен какой-то моторчик. То есть никто не ходил там, шаркая ногами. Они летали по театру, они успевали делать все. Я помню прекрасно, как, значит, Андрей, он почему-то он любил каких-то там стоптанных тапочках, какие-то, как домашние тапочки, но он в них летал по театру. Я просто поражался его вот энергией. Это был же период еще, когда, ну, кто-то... Старожилы, что называется, любители театра помнят, когда на сцене у нас проходили рок-концерты, у нас там приезжал Кинчев, выступал, там другие там рок-звезды выступали. И тогда Андрей Пушкарев просто из ничего там, из обычного театрального оборудования, с помощью обычных софитов и фонарей, значит, устроил такое шоу, значит, вот... светомузыкальное, что называется, там, то есть город просто стоял на ушах и был поражен. Шаг за шагом, босиком по воде, то имена, что опущены нам, солнцем в праздник, солью в беде, души лезали на пополам. Когда вот мы действительно отработали такие концерты с такими людьми, и когда действительно это был, ну, такой успех, то есть точнее восприятие, то есть люди понимали, что, ну, это очень, ну, как бы это было передовым. Тут как бы начались уже какие-то предложения по организации различных, ну, так как начались образоваться всякие диджей-клубы, диско-клубы, и, ну, мы начали, коли уже есть, так скажем, какое-то понимание, как делать свет, как делать какие-то эффекты, то есть мы начали как бы заниматься оформлением, так как, опять же, в штате у нас было очень много там электронщиков, то есть, ну, вот, конструкторов уже на том этапе, то есть, ну, много такой креативной, скажем, мысли, там, много чего могли уже придумывать и создавать. Первый был открыт кооператив «Блик-100», который как раз, ну, базировался на базе как бы театра. Даже какие-то были первые там склады, какие-то сборки там, ну, то есть вот начиналась там работа. А даже как бы кооператив, он был в 89-м, то есть получилось, что еще где-то года два мне удавалось как бы совмещать как работу как художника по свету и руководителя компании. Но когда уже у нас там реально работало там три бригады, и когда реально там я сидел на выпуске спектаклей, там шли звонки, там, то есть нужно было решать, то есть, ну, при всем при том, что как бы работать было в театре как бы интересно, но уже, ну, стал как бы выбор, то есть либо надо заниматься чем-то одним, но как бы хорошо. То есть вот уже в 91-м, то есть реально как бы уже ушел, и вот компания Light, то есть уже вот, реально было там полгода. Много работали мы по области, потом мы вышли вот уже плотно очень на Коми, допустим, Пермская область, то есть я вот сам там постоянно был в командировках, там, Воркута, Печора, Инта, Ухта, Сыктывкар, то есть мы постоянно там, ну, какие-то вот объекты, там, культуру, то есть, как бы, ближайшие там регионы, там, как бы, двигали. Когда мы там в 91 году появились вообще в Москве, то есть, ну, несомненно, там нас сначала встретили там штыки, было много всяких там различных проверок и прочее, там рекомендательных там, как бы, наездов, так называемых, там, то есть, ну, первое время, там, то есть, естественно, никто не хотел, чтобы там на рынке появилась еще какая-то компания, там непонятная, как бы, да. Когда я приехал сам на первую вот эту ночную дискотеку, у нас же вообще тогда не было, то есть у нас были, ну, как бы, ДК, там, где играли ВИА, то есть ночной дискотеки вообще такое, как бы, понятие и культуры вообще не было. Свой первый, как бы, проект мы создавали, это был клуб Астрим, это 92-93 год делали, то есть Астрим — это
Astra и Imlay, то есть две компании были учредителями, то есть это вот мы создавали там именно уже в те времена уже было и лазерное шоу, и там гоу-гоу, то есть стриптиз, то есть ну, тогда это было вообще там революция. После ну, как бы вот этого проекта мы поняли, что в общем-то есть интерес, потребность ну каким-то вот таким широкомасштабным, то есть действием, и мы попробовали уже вот открытие запретной зоны было, значит, по-моему, 96-й год, это был в Союзе. Дискотека, конечно, классная. Давно я ждал такой тусовки, классной, в Кирове. На зоне здорово. В 2001 году мы открыли как бы Победу. Победа отработала у нас 9 лет. Понятно, что когда мы открывали Победу, был стиль хай-тек, то есть в то время как бы модный и прочее. То есть понятно, что за 9 лет это... он, скажем, потерял актуальность. И вот как бы в конце прошлого года мы сделали новый проект, который называется Gaudi Hall. Технологии, которые мы здесь представляем, это и лазеры, и светодиодные экраны. Подход был наоборот, это использование светодиодных приборов. В данном случае старались как раз все облегчить и с точки зрения энергетики потребления, и с точки зрения веса. То есть все старались максимально уменьшить, но сделать более эффективным. Начинали мы что-то производить сами, то есть вот делались, допустим, экранные матрицы, то есть это брали, ну, реально там выпиливали там панели, красили лампочки, те же, которые мы уже там красили в театре, там приспосабливали какие-то двигателя, что-то еще. То есть сначала брали какие-то там фильмоскопы, какие-то проекторы, то есть ну, что-то все из того, чего уже как бы есть. Там. У нас была как бы система, опять же, разработчиков, мы что-то придумывали, заказывали либо на Витеке, либо на Маяке какие-то корпуса. И уже делали свою сборку. То есть у нас в свое время мы это было ДК-строитель. Ну, разные как бы какие-то истории. Ну, понятно, что вначале у нас ничего не было. Последнее производство, которое мы открыли, там алюминиевое. То есть мы очень долго, допустим, производили там все это на заводе Авитек. Но после того, когда, значит, уже уровень ну, производства стал такой большой, ну, реальный, когда там, скажем, ну, в чем-то, ну, не знаю, там, руководство завода просто испугалось о том, что у работников смещаются некие приоритеты, что, как бы, они почему-то с большим рвением и там работают на производство Imlay, нежели на производство завода. И, как бы, с нами тогда расторгли договор, после чего нам пришлось, как бы, там, строить свое производство, как бы, вот уже там несколько лет... скажем, мы решив, понятно, что это дополнительные какие-то инвестиции, вложения, но сейчас мы плюс-минус там независимы в этом направлении. Очень грамотный, разносторонне развитый человек, поэтому с ним сложно какому-либо отделу там что-то где-то его так сказать, обвести вокруг пальца. Он все знает и умеет и деньги считать, и знает и проектные дела, и менеджерскую работу, и монтажную работу. Поэтому, с одной стороны, с ним сложно, но можно в любом случае договориться. В
я думаю, что самые ценности, это, несомненно, это люди, там, специалисты, которые, то есть, в данном случае, это самое главное богатство. Я думаю, что все, что касается каких-то там заводов, пароходов, это все дело такое приходящее. А, несомненно, люди, я вижу, что очень много сильных, реальных профессионалов, которых выросли в компании. Я смотрю по всем, так как люблю там путешествовать, многие там спектакли, мюзиклы по всему миру, там как бы там и в Сиднее, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, там как бы, и несомненно для меня это как раз интересно, как все построено, как сценография, как свет, как звук, как эффекты, как это все сдается, как эти картины. То есть, с одной стороны, это смена какой-то деятельности, потому что все равно как бы работа тоже определенное какое-то напряжение. С другой стороны, когда ты получаешь какие-то знания, какую-то информацию, которую ты пытаешься потом использовать. Первая страна была Болгария, это 86-й год, то есть тогда вообще было интересно. Болгары, там, как бы, с которым мы познакомились, говорят, ну ты, наверное, милиционер. Я говорю, почему? То есть, ну, как бы, в нашу страну ездят только там либо члены КПСС, либо там милиционеры, то есть как бы, что простой человек не может вообще попасть. То есть вот тогда было даже, если сейчас там мы воспринимаем как Болгария, там, ну, вообще, что за страна такая, то тогда это было уже вот очень круто, там, скажем, для старта. Мы посетили с ним больше 100 стран. Он мне открыл мир. Когда мы в 91-м году поженились, то мы поехали в свадебное путешествие на Камчатку. То есть тогда вот мы ходили с рюкзаками, там, по всяким гейзерам. Если говорить с точки зрения такого экстремала, да, экстрима, то есть это была такая Африка. Это было, когда у нас джип-сафари, когда мы там на джипах ездили по Африке, это Кения, Танзания, там, конечно, такой был адреналин. Когда эти львы ночью нам всякие там живности африканские не давало спать, у меня было одно желание – оказаться где-то под солнцем на каком-нибудь пляже и ничего не видеть и не слышать. Мы когда поехали там к масаям, там, то есть, и когда, значит, там у деревни начался такой у них приветственный, значит, там, танец, они, значит, поют, причем у них, значит, мужчина у них такой гортанный, внутренний такой какой-то, значит, вибрирующий голос, а женщины очень такие тонко так, и такое то вот, вообще такая вот эта звуковая какофония, ну, я так как шоу воспринимаю, да, она реально испугалась просто, ну, было ощущение, что там нас берут в плен, там, что-то не каннибалы, там, и... Хочется возвращаться домой после каждой страны. Вот это точно. Потому что как бы где не было хорошо, но дом есть дом родной. Такой не было какой-то цели стать руководителем чего-то. То есть вопрос все равно толкает не с точки руководства, а достижение каких-то там, ну, целей там, в хорошем понимании, да, то есть такого бизнес-спорта, да, то есть, как бы, то есть порой там какие-то сложные объекты. И для того, чтобы там думать о будущем, нужно понимать все равно прошлое. Ну и как бы, ну, соответственно, жить, несомненно, настоящим. Поэтому, конечно, стремление к достижению какого-то мира, ну, в хорошем его понимании.